Ого, вот это дудочка! Шучу! Это самый настоящий кларнет. 330 лет назад его изобрели. И до сих пор играют. А что, красивая музыка. А вообще, кларнет, если перевести, то это что-то наподобие саксофона и смеси маленькой дудочки. И со временем эти, можно сказать, два инструмента как бы сливались, и уже образовался кларнет как полноценный инструмент. Но у него есть свои разновидности. Есть большой бас-кларнет, а есть совсем маленький, прям специально для тебя. Кларнет считается духовым деревянным инструментом. Кстати, делается из африканского черного дерева, поэтому и звучит необычно. Да, чтобы так виртуозно играть, нужно тренироваться, а еще знать строение кларнета. Он устроен так. У нас есть мундштук, бочонок, верхнее колено, нижнее колено и раструб. И он еще и разбирается. Есть такое интересное произведение для кларнета, оно юмористическое. И я во время игры могу разбирать кларнет и вот так на нем играть. А зачем его разбирать? А чтобы повышался звук. Кстати, о звуке. Как же он получается? Мы сюда вдуваем воздух, и он проходит через весь инструмент и выходит через раструб. А как же получается музыка-то? Ты просто дуешь и все? Нет, я как раз-таки использую эти металлические клапана, и я их меняю, и из-за этого меняется высота звука. А еще можно регулировать силу звука. Я могу больше воздуха вдувать, а могу меньше. Из-за этого громкость регулируется. Вот такой необычный кларнет. Хотите на нем научиться играть? Тогда бегом в музыкальную школу. Удачи!